В Грозном выясняют причины сильного пожара на автозаправке в Старопромысловском районе города. По предварительным данным, там загорелась одна из емкостей с горючим. Огромные языки пламени были видны в соседних районах. Вокруг ИЗС собралась большая толпа. По словам очевидцев, в то время как дежурные подразделения тушили огонь, произошел мощный взрыв. Всего в борьбе с огнем были задействованы более 70 сотрудников МЧС. Трое из них с ожогами были доставлены в больницу. Никто из местных жителей не пострадал. Как считают специалисты, причиной пожара могла стать утечка газа.